через 5 минут после того, как прошел смерч, буквально 5 минут, смотрите, какая красота стала. А чайка тут что-то высматривает. Вот такое небо стало. Люди все напуганы, убежали, естественно. Один мужчина смелый и две чайки. Ой, какие чайки красивые, большие. Ой. Она с камушками сливается, чайка. Вот, красавица сидит. Попробуем подойдем к ней поближе. И вот смотрите небо. Все чистое. Ну, всех напугало, все сбежали. Берег пустой. 10 августа. Ой, 10 сентября сегодня. 10 сентября. Какие-то у нас с природы катаклизмы происходят. Ждем, когда же начнется бабье лето. Это я была сейчас за мостом, снимала черные тучи, смерч. А теперь вот на этой стороне, на другую сторону перешла. Хотела уходить, ветер закончился, и мне кажется, даже море успокоилось. Теперь, может быть, я даже и не пойду домой, останусь, посижу. Все в кафе вот убежали. Здесь вот кафе прямо на берегу Черномор. Ну, кто? Пиратский двор, вон, столовая, лагуна отсюда видно. В общем, вот так. Ну, спасибо всем, кто посмотрел. Ставьте лайк, подписывайтесь, если понравилось. Пишите комментарии, что хотели бы посмотреть. Я на этом, наверное, выключаю. Все, пока-пока.